Областная столица впервые в истории тверского дзюдо принимала первенство среди юношей и девушек до 18 лет и чемпионат России по дзюдо в дисциплине ката. Для многих участников это первый опыт выступления в соревнованиях такого уровня и демонстрации комплексов технических действий дзюдо. На первенстве дзюдоисты со всей России состязались в трех видах программы. Ката включает в себя стойкие захваты, передвижение и выведение из равновесия, правильный выход на прием, проведение технического действия и последующую фиксацию партнера на татами без сопротивления. Здесь ценится правильное выполнение технического действия. В выступлении участвуют два спортсмена. В случае оплошности партнера баллы теряет пара. По сумме заработанных баллов тверские спортсмены поднялись на третью ступень пьедестала почета. Это направление очень мощное, сильное, этим надо тоже годами заниматься. Первый день, 26-го, наша Тверская область завоевала первое место в дисциплине техника дзюдо в стойке и дисциплине техника дзюдо в партере. На чемпионате у нас также мы завоевали бронзовую медаль.